Всем привет, дорогие мои друзья. Ну что, продолжаем с вами проходить игру Гипс. О, затрещал трещоткой. Так, что у нас? Ага, нападение очередное. Как вы помните, в прошлой серии меня завалили на проклятом этом мосту. Я иду сегодня туда мстить всем этим зомбарям и боссам, которые там собрались. Но для начала мне нужно разобраться с этими недоразвитыми, одним словом, так скажем. Так. Ну, здесь все легко и просто. Здесь, как говорится, просто зомби. А там уже на нас нападают и оборотни, и Джейсоны, и кого там только нету. Так, о, смотрите, ребята, мой любимый бонус. Мини-гейм. Называется «Серфинг зомби». Прикольно довольно такая игра, миленькая. Катаешься себе на зомбаре, собираешь монетки, давишь этих мертвяков. В общем, самый простой и милый бонус, скажем так. И такая музыка расслабляющая. Можно, короче, отдохнуть маленько. Давайте, идите сюда, шпана. Кстати, я так понимаю, что если я совью определенное количество зомбарей, вот вы видите, в левом верхнем углу копятся черепочки, то что-то должно получиться. Но у меня этого почему-то еще ни разу не получалось. И я не знаю, как это вообще реально сделать, если честно. Так, иди сюда, что там стоишь? О, кучка, это хорошо, видите? Чем больше избивает, тем быстрее у меня копятся черепки. Но здесь, как назло, нет такого, чтобы они постоянно шли. Здесь есть огромные промежутки пустоты. И, соответственно, когда я попадаю в эту пустоту, у меня черепки уменьшаются. Так что вот так вот, ребята. Так. Ах, мимо. Ну ладно. Чего вы тут притулились? Стоят грустные там. Музыка такая довольно прикольная здесь. Так. Ну что, уже практически больше полпути мы проехали на этом несчастном зомбаре. Вот так вот. Не знаю, что будет, если я врежусь в ящик, но мне кажется, что у меня будут отниматься сердечки. Я не хочу этого проверять, поэтому будем ехать аккуратненько. Сам бежит, надо же. Так, все что ли? Ну да, по ходу дела уже близится финал. Так, а у нас там кто, по идее, сейчас будет? Да, в принципе, никого. Всех боссов мы завалили. Единственное, это мост остался. Но на мосту их там, я не знаю сколько. Я видел вампира и видел этого рыбника. Зомби-рыбак, который бросается своей тухлой рыбой. О, кстати, ох ты, смотрите, сколько там лежит этих мини-игр. А мне они нужны, в принципе, для чего? Для того, чтобы накопить немного денег и немножечко апнуться. Потому что с апами я себя чувствую намного уверенней. Так, давайте, ребята, подходите. Вурдалок психанул. Начинает свою херню, блин. Но так как у меня в руке супер-шотган, шансов у него, конечно же, нету. Вот и все. Довольно быстро мы с вами прошли эту карту. Точнее, этот кусочек карты. Точнее, кусочек бойни с зомбарями. Вот так будет точнее. Ну что же, пойдемте дальше. Тут у нас как раз мини-игры аж целых три. Хочу покататься на этих зомбарях. Так, 805 золотых монет у нас. А это значит, что нам хватает на приличный ап. Или у меня там начинается уже от 1000. Я, если честно, уже и не помню. Ну, сейчас мы это проедем. И можно, в принципе, глянуть. Бедный зомбарь, а. Я представляю, да? На нем едешь, мало того, что он стирается об эту землю, так еще на нем сижу я. Ему, наверное, нравится. Причем он наверняка еще живой. Просто ничего не... Ну как живой? Мертвый, но живой. Но ничего сделать не может. Потому что я его прижал к земле своими ногами. Вот он, бедный, мучается. Да. Была бы моя воля, я бы ему пустил пулю в голову, но тогда бы я лишился монеток. Поэтому терпи, дружок. Кто же виноват, что ты таким стал? Никто, ну а тем более не я. Я наоборот вас истребляю, очищаю
отправляю в тот мир, который вы заслужили. О, как замечательно. Опачки. Интересно, а выше-то прыгать можно, нет? Или он только такие маленькие трамплинчики может делать? Ну, это мы не узнаем. Да, в принципе, нам это и ни к чему. Главное — монетки. Монетки — это наше все в данный момент. Так, ну что, довольно быстро мы проходим эти мини-игры. Хотелось бы еще глянуть там некоторые. Я какие смотрел? Стрельба из мини-гана. Ну, мы вместе с вами видели эту мини-игру. Вот это у нас идет вторая. И, насколько я помню, там еще есть одна. Ее я, к сожалению, не видел. Ну, я думаю, она нам попадется рано или поздно. И мы посмотрим, что она из себя представляет. Так, монеточки. Опа, отлично. А ты там ручонками своими махай дальше. Беги-беги, вот так вот. Люблю их давить. Ну что, вот мы, в принципе, уже и приехали. Серфинг. Зомби-серфинг. Так, ну что, еще одна мини-игра у нас. А вот, кстати, лопата какая-то. Тоже мини-игра, ребят, смотрите. Вот, наверное, это и есть третья игра. Так, ну и чего тут надо делать? Ну, копаю ямки. Ага. По ходу дела здесь надо просто выкапывать монетки. А где — не имеет значения, да? Как говорится, куда попадешь, может быть пусто, а может быть густо. Ну что ж, давайте тогда здесь все перероем. А, нет, не получится у нас все перерыть, потому что здесь тоже идет время. На данный момент у нас осталось 86 секунд. Так, ну что-то как-то вяленько у нас идут деньги. Зато у нас уже 1034 монетки. Это радует, очень даже ничего, неплохо. Блин, интересно, он может здесь выкопать ящик какой-нибудь или оружие? Или какую-нибудь маску? Ну, какой-нибудь бонус, одним словом. Да, времени мало. А деньжат у нас еще меньше. На серфинге мы зарабатываем намного больше. Даже на минигане. Тут как-то все непредсказуемо. То бишь, все зависит от того, куда мы попадем этой лопатой. В общем, эта игра рандомная. Мини-игра, точнее. Никакой точности, никакой определенности. Копаешь себе по территории, выкапываешь случайным образом чего-либо. Ох ты, ребята, смотрите-ка, можно все-таки выкопать ящик с деньгами. Это хорошо. Что с музыкой случилось? А, у нас поджимает время, да? И они решили таким образом это обозначить. Ну что ты, давай копай быстрее, время летит. Ёлки-палки, копальщик, давай хотя бы по одному обкопчику сделай. А может быть, и надо было по одному разику копать, а не по три раза, как я тут на одной лунке присосался. И давай ее теребунькать. Давай, по-быренькому. Ну, две секунды, ну все, ребята, все. Можно сказать, прошли мини-игру. Ну что же, ладно, выходим и отправляемся к зомби-серфингу. Так, один попал сразу под раздачу. 1130 монет у нас. Что-то у меня как-то игра, да, получается, на одних мини-играх. Хотел тут повоевать, побродить, но, как видите, мне просто фартануло. И как бы грех этим не воспользоваться. Вот так, это другой разговор. Отдыхайте, как говорится, ребятушки. Давайте-ка вот это. Ай, да как же так? Ну, я испугался, что я застряну между ящиками, поэтому немножко отодвинулся и промазал. Ну, бывает. Опа. Да что ж такое, слишком как-то он неадекватно двигается. Ага, отлично. Вот здесь все хорошо получилось. О, целая кучка тут стояла. О, ребят, привет. Эх, монетки. Монетки все-таки дороже, чем сбивать вас. Ну, давайте, бегите. Вот, почему сами не бежите на меня, а? Вот я. Здесь. На зомбике. Нет, стоят там, что-то думают. Как в обычной игре, так от них не убежать никуда. А как тут, так стоят. В штаны наложившие. И воды в рот набравшие. Даже не орут ничего. Опа, ох ты, ребята. Можно, оказывается, прыгать выше, чем надо. Для этого нужно нажать на пробел. И он подпрыгивает. Ну, я так понимаю, это надо делать на трамплинчике.
Будем это знать. Ну-ка, нет, 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 нет. Да что ж такое-то, а? Не успеваю монетки взять. Уже столько монеток упустил. Печалька. 1207 золотых. На очень хороший ап должно нам точно хватить с вами. Единственное, что надо будет определиться, что нам прапать в первую очередь. Шотган я свой, по-моему, полностью сделал. У нас осталось, наверное, холодное оружие и что-то там связанное с жизнями. Ну что же, вот мы и прошли мини-игру. Сейчас мы все с вами хорошенько узнаем и посмотрим. Так, запись прошла. Так, а здесь что у нас? Лопатка. Можно включать, можно выключать. И что это нам дает? По моим предположениям, ребята, эта лопата нужна для мини-игр. Ну что ж, давайте смотреть и выбирать. Настройка эффектов одежды позволяет вам использовать эффекты различной одежды. Так, увеличивает скорость передвижения, да? Давайте возьмем. Ну и в принципе больше... А, нет, мы можем взять еще. Так. Ну стоит ли? Давайте возьмем. Ну вот, ребята, мы накопили с вами деньги и проапали 2 скилла. Что очень, в принципе, хорошо. О! Давайте, ребята, я давно по вам соскучился. На серфинге вы так себя не ведете. А здесь, смотри-ка. Бегут на радостях. Так, что у меня здесь? Ага, шотган. Да елки-палки, да отвалите вы. Дайте мне взять супер дробовик. Ну и, естественно, вам наковылять. Вот только голову отлетает. Отлично. Ну, да что ж ты, да что ж ты делаешь? Какие прыжки? Я же нажимал на Е. А он мне тут по прыгунчеством занялся. Во, наконец-то берем. Вот это другой разговор. Теперь мне ничего не страшно. Давай, 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 подтягиваемся. А что, все? Это ваш запас весь? Да, скудненько, скудненько, конечно. Последний, видимо, да? Так и есть. Ну, ладно. Главное, что я его взял и немножко им воспользовался. Ну, ой-ой-ой-ой, бонус появился. Да ядрить вас на корень-то, а? Что ж такое-то? Хотел добежать и уже перехватили. Так, тихонько, тихонько. Ребята, или вы всей кучкой, не надо вот так вот из уголков выбегать, блин. Как говорится, зажимать меня с двух сторон. Давайте спереди или... Нет, лучше спереди выходить. Вот, так мне будет удобнее вас убивать. А когда вы в окружную, мне приходится здесь бегать по всей этой карте и, соответственно, наживать на себя еще больше врагов. Так, тихо, 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 расслабьтесь. Хорошо, что в этой игре есть перекат, он очень сильно выручает меня. Без него, поверьте, было бы намного сложно. Да, взял дробовик в конце боя. Ну разве это не чудо, а? С моей стороны. Так, сопротивление урону. Нет, ребята, я не хочу эту бабочку наносить на голове, как девчонка. Пускай лучше будет у меня моя шахтерская шапка. Она меня вполне устраивает. Так, ну что, давайте добежим все-таки каким-то макаром до нашего минигана. Так, 405. Ну что тут? Ничего не могу купить, кроме как вот тупое оружие. Все. Вообще хочу изучить все скиллы здесь. Но не знаю, успею я или нет. Ну давай, ребята, будем веселиться. Прошу к столу, ребятушки. Во-во-во-во-во-во-во. Как-то мне немножко непривычно с этой стороны. Обычно мы стреляем как бы слева направо, а тут справа налево. Ну да и черт с ним, как говорится. Так. Надо немножко передохнуть, потому что пулемет у меня краснеет. И когда он станет совсем красным, он откажет. И будет очень худо для меня, если они прорвут мою оборону и заполонят тут. Тогда у меня ничего не выйдет. И, как вы помните, я буду бегать как огорелый вокруг этих зомбарей и отстреливаться со своего дробовика. А тут стою себе в безопасности, стреляю с пулемета. Только давать ему передохнуть. Делов-то на копейку, как говорится. Ну да ладно. Все, начинаем бомбить. Денежки к нам тут хорошо сами текут. Бегать никуда за ними не надо.
Давай, ребятушки, вы вставайте кучнее. Ну вот, по ходу дела и в принципе все. Последний зомбарик. А, вон еще ползет корявенький. Ну-ка. Ну что ты? Давайте вот так добьем. На-ка. Контрольный, как говорится. Ну что же, теперь идем к основной нашей точке. Да что ж такое, вы посмотрите, а везде разбросаны бонусы. Точнее, мини-игры. Они мне сегодня не дойдут дойти до моста. Ну-ка, а как хорошо, пулеметик у меня. А, и стреляю просто на ура. Ну что, вы, ага, выходит этот червякоплюй, который рассыпается на черви. Да, все хорошо с этого автомата, но очень довольно быстро кончаются патроны. У дробовика с этим как-то намного лучше идет дело. Быстренько мы тут всех раскромсали, даже не почувствовал никакого напряга. Так, монетка, ты идешь ко мне или нет, а? 305, мало. Так, ну что, давайте опять зомби-серфинг устроим. Поехали. Причем, да, так круто подходит в спину. На, гад, тот падает. Быстро его оседлали и поехали. Так, ну где? Где монетки мои? Вот они, мои монеточки. Так, давай-ка этих, опа, нахлобучили. Ох, какая тут компашка. Вот так вот. Жалко, конечно, но всех тут никак не сбить. Даже если я буду маневрировать, не получится. Так, с топориком в голове прибежал тут мне. Еще маленько монеточек. Ну что же, считайте, где-то около 60 монеток я здесь уже набрал. И продолжаем движение. Ну вот, полпути за спиной. Осталось совсем маленько. Эй, вот видите, из-за этих зомбарей отвлекся и пропустил монетки. Ну что ж, бывает. Давайте, бегите сюда ко мне. Бежали бы они, да, вот так вот, которых я проехал, например, мимо. Сзади бы целые кучи бы там скопились бы. И в конце игры ты слазишь с этого зомбаря и начинаешь по ним с дробовика шмалять. И с каждого деньги сыпятся. Вот это было бы прикольно. А вдруг какой-нибудь разработчик увидит эту идею и сделает в обновлении. Вот это будет классно. Да, конечно, замечтался я тут. Ну, а что еще делать? Елки-палки, монетки пропустил. Ладно, не беда. 403 золотых у нас. Все равно этого мало. Ага, вот еще. Так, мне бы еще таких вот штучки 3 полосочки из монет. И на один апик уже было бы готово. Так, ага, вот еще, ну-ка. 420. Так, шайка братья стоит тут. Оп, ай-яй-яй-яй-яй-яй. Вот, все-таки я успел их взять. Конечно, немножко повредился, но взял. Так, ладно, прошли мы этот серфинг. Идем сейчас далее. Туда я не буду заходить, там лежит трупак босса, здесь тоже трупачи на ивоны, и здесь одни трупаки боссов. Ага, какая-то ловушечка здесь у нас, да? Ну что ж, давайте, ребята, подходите, я вас всех угощу свинцом. Ага, тут еще этот появился, и курочка, и Джейсон, ну в общем, вся наша шайка-лейка. Так, тихо, ага, еще и оборотень. Вот это уже похуже, ребята. Немножко отвык я. Ну, да хорош, только курицы. Спокойно. Курицы-то, по-моему, взрывные, да? Насколько я понял. Ну, в том плане, что они подбегают к тебе и взрываются. Так, вот, началось веселуха. Так, оборотень, смойся. Ёлки, вот самое плохое, когда он зажимает именно в толпе. Да что ж такое-то? Все, да? Да нет. Потому что мало того, что он меня кромсает, так еще и зомбари бьют. Так, тихо, угомонись. Опа, она промазала, это хорошо. Ну, так, я надеюсь, бежит. Так, давайте угрохнем. Все, вроде бы прибили. Так, и осталась последняя кучка вот этих вот недобитых зомбарей. Так, опять эта бабочка там бабская лежит, которая мне не нужна. Так, еще какая-то красная бейсболка. 2 к скорости передвижения, 2%.
Ну, не знаю, можно будет, в принципе, наверное, ее взять. Оп. А это 1% к урону. Слушайте, мне, по идее, урон, если честно говоря, важнее. Ну, что там, скорость передвижения, да? Ерунда. А вот урон — это вещь. Жалко, конечно, что очень маленький. 1%, 2%. Это практически неощутимо. Дррр, вот эта трахтелка меня нервирует. Вот лучше так мы сделаем. Не нравится мне пила, потому что она неэффективная. Опять ловушка? Да что ж такое? Я даже шага не успел сделать. Ну-ка, взрываем. Бам, нормально. Самое то, что надо. Так, подходим, подходим. Ага, видели? Курочка выбежала и взорвалась, соответственно, нанеся мне урон. Ну, незначительный. Жалко, что здесь, знаете, чего нет еще? Бронежилета какого-нибудь. Вот это было бы хорошо. Ходить с броником, хоть какая-то бы была бы защита. Так, тихо, этот оборотень тут появился. Ядрить его на корень. Ну, слезь ты уже. Так, 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 прыгает. Ах ты. Все, да, нет, не допрыгался. Еще бежит, бежит, бежит. Опа, и мимо. И я его в прыжке топориком-то и накрыл. Так, Джейсона теперь надо вальнуть. Психопата этого красноголового. Так, иди, иди, ага. Интересно, а вот когда он на меня прыгает, и я в этот момент делаю кувырок, я получаю урон или нет? Он-то однозначно не получает. А я как-то, по-моему, все-таки я получаю. Так, 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 угомонись. Давай-ка последний выстрел. Отлично. Эй, лежит язык на боку, глаза нет. Да пошел ты. Так, ладно, идем. А что такое? А, ну это босс. Трупешник босса. Сейчас опять стопудово будет какая-нибудь ловушка. Вот поверьте мне. Ну, я же говорил. Но... И здесь, знаете, что можно еще сделать, ребята? Здесь можно, в принципе, дойти с репеллентом. Репеллент — это такая вещь, когда ее активируешь, ты находишься в неком таком тумане, в дымку. И зомби якобы тебя не видят, и ты проходишь этот участок безопасно. Но проблема в том, что она очень быстро заканчивается. Очень быстро. Ты там сделаешь шажочков 10-15, и все, и она закончилась. Но можно покупать на запас. То есть там, не знаю, сколько максимум можно их взять. Но у меня, по-моему, 2-3 точно было. Так, давайте по ножовщину тут. Вот так. Так, все, пока у нас под контролем. Да, конечно же, они хотят меня окружить, но у них это не получится. Ой, огнемет. Как я не люблю это оружие, вот честно вам говорю. Мало того, что оно малоэффективное, так оно еще и травмоопасное для самого же героя. Ну что ты тут уставился рядом со мной? Давай, подбегай, вот так вот. Отлично. Этот ящик тут мне перегородил откат мой. Давай, давай, опля, и мимо, я надеюсь, это было. Взять, что ли, огнемет, а? Не люблю я его даже брать не хочу. Но если бы, честно говоря, здесь были бы сейчас оборотни, эти черви и так далее, то, ну, я бы, наверное, скорее всего, взял. Как-никак он все-таки поджигает землю, а они по ней ходят и возгораются, соответственно, нанося себе урон. Ну что ж, ребята, давайте, наверное, глянем наши апгрейды. Что мы можем здесь сделать? Так, я предлагаю сделать, знаете что? За 800 мощный размах, вот его. Ударить в два раза больше противников. На мой счет, вроде бы, как бы неплохой бонус. Так что так и сделаем. Ладно, практически мы у моста, ребята. Осталось совсем немножечко. И мы начнем бой не на жизнь, а на смерть. Два босса, елки-палки. Так, о-о-о-о-о-о, что такое? Что-то я не помню, чтобы там такая заваруха у нас была. Джейсон, ты заколебал уже на самом деле, а? Вот иди там бегай лучше, сломя голову. Монеток-то здесь немало, немало. Так, курочки эти пошли, как говорится, вон. Да давай, 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 беги. Ах ты, чуть-чуть, по-моему, задел. Ну да ладно. Житушек у нас еще много. Так, 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 тихо. Промазал. Да что ж такое, эти ящики? Их надо, блин, взрывать в первую очередь, чтобы они не мешали мне перекатываться и бегать.
Да что ж такое, пруд. Успокойтесь уже, вроде бы их было здесь на порядок меньше раньше. Или я уже просто все позабыл. Правильно, 3 или 4 дня уже не играл. И все позабыл. Так, вот так, ну-ка, теперь я непобедим. У меня в руках винтовка. Снайперская, причем, была. Что-то она больно, больно быстро она закончилась у меня как-то. Че там, 4 раза пальнул и все. Да, я тут думал, сейчас тут разгуляюсь. Конечно, разгулялся. Так, давайте, ползунки, не ползаем. Так, замечательно. Вот теперь, да какого лешего-то, елки-палки. Я думал, это последняя партия. Нифига, я ошибся. Вот так вот. Вот обожаю, когда... Да что ты там сзади вылез-то, а? Вот не сидится. Еще один этот вылез, Джейсон. Чуть я такого не помню, действительно, чтобы их так много было. Может быть, ребята, это зависит от того, чем больше я прокачиваюсь и лучше, тем враги становятся мощнее. Хотя это бред, по идее. Ну ладно, скинем на то, что я просто это все подзабыл. Так, давайте я добьем. Отличненько. Так, а почему выход не показался? Где-то еще... А, вон, ползет. Как же я его не заметил? Ну правильно, тут кровище столько на полу, что тяжело увидеть этот кусок мяса, ползающий здесь. Так, жизнь я себе все восстановил. И мы идем на мост. Вот он, мост этот зловещий, на котором я в тот раз погиб. Ёлки-палки, я даже на него не зашел, на этот мост-то. А, незадача. Так, началось, короче, оборотень. И Джейсон здесь нас встречает с теплым своим приемом. Так, еще червяк это тут. О-во-во, началось. Так, отвали от меня. Да какого лешего ты привязался-то ко мне? Да почему не сбивает ты его, а? Ой, елки-палки, вы смотри, что творится, а? Пол строчки моих жизней уже нету. Два Джейсона. Так, надо срочно сбить этот подхил, лечилку. Пожрать что-нибудь, короче. Так, червяки на мне еще сидят, жрут меня. Надо срочно сделать перекатик. Ага, отлично, скинул я этих червей с себя. Да что ж вас так много-то, ребята? Ну, елки-палки, ну в самом деле, а? Так, у меня еще эти два Джейсона и попадает точно в меня, а? Да елки-палки, даже пушку не смог забрать. Но зато немножко хоть подкрепился. Ладно, может быть еще... Оу, да еще и слюнтяй тут вышел. Ёкаламэнэй. Еще и курицы. Да что ж. Короче, тут собрали всех. Это называется «Да здравствует мостик». Вначале, как говорится, пройди испытание огнем. Все, короче, я сейчас умру здесь, ребят. Погибну. А может быть и нет. Может быть нет. Есть еще все-таки порох в порохомницах. Ягоды в ягодицах. Так, давай-ка. Пришлось взять мне этот никчемный огнемет. Но если сейчас оборотень на меня прыгнет, то я не смогу его скинуть. Все, все, сейчас меня убьют здесь. Из-за вот этого гребаного огнемета, потому что он не сбивает их с меня. Все, кранты. Не-не-не-не-не-не-не, тихо. Ой, пол хпшечки. Все, ребят, наверное, сейчас меня здесь... Да. Ну ладно, ребята. Не получилось у меня дойти до моста, точнее на нем повоевать. Но мы это обязательно сделаем с вами в следующей серии. А на этом я заканчиваю эту серию. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч, ребята. До скорого.